Очень часто в рукопашке встречается прямой удар Майя. Либо задней, либо передней ногой. Ударь, любая нога. Либо вам проходит, да, пошел. Либо вы отпрыгиваете. Но есть, попробуем поймать. Чтобы, конечно, бей ногой. Вот эти всякие фишки, смысла нет, потому что удар сбоку не идет. Поэтому всегда впереди стоящей ручкой подхватываем под пяточку. И тут несколько вариантов, но я считаю эффективно один. Тут у вас два варианта, тут один из вариантов. Вы будете пытаться обходить его, вот здесь сбросить, он может вас ударить. Либо вы просто поднимаете ногу, пытаетесь сбросить, но это не факт, что он упадет, и это вряд ли засчитает. А есть другая фишка? Смотрите, какая нога. Самая главная задача, еще раз, вы обхватили ногой сюда, вторая нога, рука сверху, и делается шаг назад. Но стараться делать не с вашей задней ногой, а передней. Делается шаг назад, его движение вниз и вверх. То есть движение вот. И это уже 2 балла. Упражнение, я считаю, что легкое, но при этом другая нога то же самое. Подхватили движение шага. Еще раз медленно. Подхват, рука захватила. Старайтесь сделать шаг назад. Но если не получится, если вы будете, понимаете, если вы будете вот так вот тащиться, это не получится. То есть вы чуть-чуть сделали, и он на вас чуть-чуть. Он должен реально провалиться. А провалится он за счет чего? За счет того, что вы сделаете большой шаг. Не вот этой ногой, так как она у вас уже задействована, а вот этой ногой. Вот, видите, и он проваливается. И здесь движение. Раз, и вверх туда. Еще раз. Раз. Вниз и вверх максимально быстро. Пробуем. 4 минутки, потом спрыгуемся.